этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Обычный шахтерский Димитров постепенно превращается в разноцветный городок. Четыре девятиэтажки в центре города теперь радуют взгляд, пестря всеми цветами радуги. Автором оригинальной идеи выступил городской совет. В преддверии праздника столетия нашего города хотелось сделать его праздничнее, веселей, ярче. И самым главным инициатором выступил городской совет во главе с городским головой Русланом Валерьевичем Требушкиным. Чуть больше месяца потребовалось, чтобы из обычных многоэтажек сделать сказочные домики. Делали хоть и быстро, но на совесть, соблюдая все требования таких работ. Поэтому рабочие заверили, красота продержится долго. Сначала мы выполняем герметизацию межпанельных швов, штукатурим проблемные участки домов, потому что фасады уже старые. Потом грунтуем и уже наносим непосредственно краску. Все требования выполняем. Я думаю, лет 10 цвет не должен поменяться. Когда промышленные альпинисты закончили работу, большинство жильцов пришли в восторг от результата. Больше 15 лет я живу в этом доме, и приятно видеть эту светлую яркую раскраску. Как-то на душе становится радостнее и приятнее от этого. Ну, покрашены, аккуратненькие дома стоят. Каждый дом по-своему покрашен. Это разнообразие. Хорошо, красиво все. Нравится это. И красиво так, и как-то было, ну, устройство так. Жильцы, ну, одобряют, естественно, как же. Кому мне, всем нравится, чтобы было красиво, чтобы было уютно. Очень нравится, в аптеку ходим. Вот эти дома, конечно, красивые, хорошие, так покрасить все. Вид, конечно, получение обшарпанное, и цветные красочки радуют. Галина Мухортова – активист в своем доме. Женщина говорит, что яркие краски теперь каждый день поднимают ей настроение. Я живу с 80-го года, заселена в этот дом уже вот будет... В августе будет 32 года, и за 32 года один раз вот это таким цветом был покрашенный, и все, и больше нигде ничего. А что ж, конечно, хоть эта сторона, он проехал, посмотрел уже, как красиво смотрится. Большинство жителей признались, хотели бы, чтобы в их дома также пришли яркие перемены. У некоторых даже были конкретные пожелания. Вы бы хотели, чтобы, да, ваш дом разукрасили? Только не в клеточку. А как? Вот так вот, полосками. Кстати, встретились нам и те, кого перемены не очень порадовали. Мне лично не нравится. А как бы вы хотели? Ну, как-то по-другому, как-то там полдома так, ну не так, как зебра вот тут. Покрасили красиво, хорошо, оригинально. А с той стороны люди жалуются. То есть вам хотелось бы еще с той стороны, да? Ну, конечно. Раз начали, так надо же доделывать до конца, я так думаю. В разговор вступил и сосед со второго этажа Виктор. Мужчина говорит, что несмотря на недоработки, начинание властей ему по душе. Не так же, как гробы мертвые стояли. Хоть на что-то стало похоже на живых. Тогда они молодцы. Власти пообещали со временем покрасить и внутреннюю часть домов, а также открыли секрет. В Димитрове к покраске подготавливаются еще несколько объектов. Главная задача сейчас до праздника – облагородить центральную часть города. Если все будет, дай бог, нормально, значит, цель стоит весь город освежить, покрасить, облагородить. У нас подготавливаются 3 дома под покраску, уже выполнены штукатурные работы. Один дом, квартал 40, дом 11, уже выполняем малярные работы. Что ж, если все задуманное воплотится в жизнь, Димитров скоро будет напоминать маленький благополучный европейский городок, жители которого видят мир в ярких красках.